Сегодня на нашем празднике присутствуют почетные гости, и мы с удовольствием приглашаем на эту сцену Галину Владимировну Ампилогову, депутата Законодательного собрания Красноярского края. И Ирину Викторовну Жаромкину, председателя Назаровского районного совета депутатов. Уважаемые земляки, вас приветствует Галина Владимировна. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие назаровцы, жители Назаровского района города, гости. Ну, сегодня такой замечательный день, никакая погода нам его не испортит, не испортит нашего настроения. Сегодня такие замечательные площадки, подворья. Мы здесь начинаем жатву, видим, какая сейчас техника, да, мощная, которая поможет убрать урожай. А вообще, когда едешь по Красноярскому краю и въезжаешь только на территорию Назаровского района, сразу отличается пейзаж. Поля, пшеница, ячмень, овес, другие культуры сельскохозяйственные. Сразу такая гордость за нашу землю, за наших людей, чьим трудом все это создается. Поэтому всех с праздником, всем сегодня хорошего настроения, всем сегодня забыть все невзгоды и от души получить удовольствие, понимать, что Назаровский район обязательно опять будет житницей, мы лучшие по урожайности, да, в прошлом году и в этом году мы должны доказать. Настроение, здоровье, и чтобы все у нас получалось, чтобы мы помнили с вами сегодня о тех ребятах, которые сегодня на Украине помогали. Когда мы все вместе, вся страна, у нас все получится, мы отстоим все те завоевания, которые наши отцы, деды завоевывали, и продолжим все славные традиции. С праздником!